Всем привет, ребята, с вами Лена Смайл. Сегодня я вам покажу, как сделать еду для кукол из пластилина. Так, давайте начнем. Для этого нам понадобится какая-нибудь подстилочка. Вот есть специальная дощечка под пластилин, но так как я ее где-то потеряла, я использую обычный пакетик. Вы тоже можете использовать пакет. И, конечно же, наш пластилин. У меня он такой обычный. Так, начинаем. Так. Для начала вам покажу, как сделать такую клубничку. Для этого берем красный цвет, отламываем небольшой кусочек, да, и катаем из него шарик. Вот. Ну, еще чуть-чуть. Итак, дальше придадим, вот видите, вот здесь такое вот выпуклое. Сейчас вам покажу, как сделать такую выпуклую часть. Для этого берем, так делаем немножко пальцами. Здесь берем ножичек, так вот делаем. Вот. И теперь берем что-нибудь, например, простой карандаш или ручку, и делаем такие вот дырочки. Все когда-то все видели клубнику и все знают, как она выглядит. И все, конечно же, ее ели. Так, вот здесь. Можно сказать, что наша клубничка готова, но вы еще можете взять зеленый цвет пластилина и сделать из него листик. Как делать листик, думаю, вы знаете. Ну вот, сравните. Вот такая клубничка. Ю-ху. Так. Дальше я вам покажу, как сделать морковку. Для этого берем оранжевый пластилинчик. Отламываем. Ну или отрезаем, если вы не хотите отламывать руками. Вот так. Так, пойдем. Для начала нам нужно его размять, так как морковку делать чуть потяжелее. Вот. Дальше делаем. Что-то такое. Вот так делаем. Так. Кажется, я знаю. Нам нужно его размять. Взять, так вот, размять. Да, ребят, это нелегко делать морковку. Берем, значит, и делаем что-то типа вот такое. Нам нужно делать. Цепляем аккуратно. Эх. Да, ребят, в школе я также лепила. Так, так, теперь берем ножик и аккуратненько делаем такие полоски. Можно также опять сделать такие вот здесь вот, знаете, у морковки вот здесь. Ну и последнее я вам на сегодня покажу, как сделать яблоко. Я буду делать зеленое, вы можете сделать там, красненькое. Я буду делать зеленое. Просто катаете шарик. Вот. Круглой формы. Вот. И если у вас есть такая возможность, по желанию можно добавить сюда зубочистку. Покрасить эту зубочистку. Ну, коричневым цветом. Ну что ж. Вот такая вот еда получилась. Если вам понравилось видео, ставьте под ним лайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчики, пишите комментарии. И ждите вторую часть про вот эту еду для кукол из пластилина. Всем пока-пока! Так, сегодня...